купе по выгодной цене. Российские железные дороги начали продажу билетов в купе на ряд поездов дальнего следования по цене от 500 рублей. Доехать в Москву, Казань, Саратов, Тамбов, Ульяновск, Курск, Астрахань и некоторые другие города по специальной цене – на это планируется задействовать более 20 поездов. Билеты можно оформить на поезда с отправлением с 9 по 17 декабря. Скидка действует автоматически при покупке проездного документа от 90 до 81 дня до отправления поезда. Количество мест по скидочным тарифам ограничено, написано на сайте учреждения.